Пушистая новость в столичном зооуголке «Ковчег» – пополнение 4 енота-полускуна. Мы съездили в гости к семейству енотовых. Нюша, самочка енота-полускуна, недавно стала мамой. У нее появились 4 детеныша. В новый вольер семейство переехало буквально на днях. 2 месяца мы их держали на хозяйственной нашей части в другом вольере, потому что мама может стрессовать от того, что мимо ходят люди, все-таки шум, ну, разные факторы раздражающие. Мама родилась в зоопарке, дети подросли, переживать ей уже не за что. 2 мальчика и 2 девочки. У Нюши полный комплект. Маленькие енотики очень самостоятельные, хорошо кушают и уже вовсю осваивают новый дом. Даже наша камера притягивала их внимание. Енотам было страшновато, но очень интересно. Очень интересно, да? Страшно, но очень интересно. Когда они были маленькие, мы их брали на руки, чтобы они более были, ну, общительные, доверчивые. Сейчас мы уже этого не можем сделать, они очень шустрые. И один мальчик очень активный, очень шумный, он сразу кричит, сразу начинает бегать, кусаться. Девочки более ласковые. В зооуголке новые апартаменты и у взрослых енотов. Теперь они живут в большом вольере. Переезд отмечает и молодой отец. Джонни, видимо, очень рад, что съехал от детенышей. Вот ничего себе! В ковчеге живут звери с особенностями здоровья и необычной историей. Так, к примеру, павиан Кеша несколько лет подряд работал в цирке. 25-летняя макака Резус Маруся была подопытной в лаборатории. А у серебристой лисы родовая травма. Парк берет на попечение животных и птиц, которые не выжили бы в диких условиях и не нужны другим зоопаркам. Их выхаживают и оставляют на реабилитацию. Кстати, здесь нельзя подкармливать животных. То, что вы им даете, может быть опасно для жизни пушистых. За питанием своим питомцев в зооуголке следят тщательно. Рацион где-то у нас 70/30 состоит из 70% это мясо, рыба, остальное это фрукты, овощи, яйца, ну, каши еще иногда даем. В принципе, с питанием проблем нет, видно, что все животные у нас довольно-таки упитанные, некоторым даже не мешало бы схуднуть. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.